Второй год мы совместно с отделом по делам молодежи райисполкома, райком БРСМ и районной структурой ДОСААФ проводили кросс-викторину среди команд средних специальных учебных заведений района. Недостаток теоретических знаний молодежи по краеведению можно с успехом компенсировать практикой. Итак, друзья, в очередной раз мы проводим сегодня кросс-викторину «Знай свой слоник». Приятно, что собрались все команды. Несколько недель назад проводили подобную викторину кросс среди школьников. Правда, в этом участвовали не нынешние организаторы, а нынешние организаторы. Отдел по делам молодежи райисполкома, организация ДОСААФ, ну, я журналист Василий Афанасьев. И БРСМ, районная организация БРСМ. Думаю, что все вы тут члены этой организации. Итак, друзья, правила и условия нашей викторины. Смысл кросса викторины в том, что команды в центре города получали задания, которые вы видите сейчас на своих экранах. 5 зашифрованных объектов необходимо было разгадать, побывать на месте и ответить на поставленные вопросы. Все надо было сделать на время и передвигаться без транспорта. В этом году мы усложнили задание. На каждом объекте пикетчик раздавал дополнительные задания. Необходимо было отгадать мелодию, назвать имена известных людей Слонимщины, разгадать чайнворд, решить интеллектуальную задачу. За каждую ошибку команда получала штрафное время. Оно начислялось бы ко времени прохождения кросса и за телефонные подсказки организаторов при нахождении основных объектов. К слову, подсказкой никто не воспользовался. Звонки друзьям, помощь интернета не возбранялись. Конечно, зашифрованный пункт, районную структуру ДОСААФ, первыми примчались ребята с медколледжа. В прошлом году, кстати, они были последними. Их время 39 минут 50 секунд. С учетом штрафного, их общий результат составил 41 минуту 50 секунд, чего хватило для общей победы. Все команды нашли зашифрованные объекты. Правда, не все точно ответили на дополнительные вопросы викторины. Вопросы основного задания, в том числе и победители. Лучше всех основное задание выполнила команда колледжа сельхозпроизводства. Но общее время, основное, 50 минут 39 секунд плюс 40 секунд штрафного, позволило занять ребятам второе место. Третьими стали ребята с политехнического лицея. Похуже результаты у команды Жировицкого колледжа. Все ребята остались довольными кросс-викториной. Выложились на славу. Девчата, казалось бы, бежали из последних сил. Но никто не пожалел об участии. Знания о слониме значительно пополнены. Ну, мы очень рады, что нам предоставили возможность поучаствовать. И мы рады, что мы победили. Как бы. Сложное задание было? Ну, последнее задание было сложным. Вас найти. Вы хорошо спрятались. А ваше впечатление в общем? Нормальное. В команде был лидер? Лидер Кирюша был. Лидером у нас. Еще будет. А самое интересное задание было? Самое интересное, дайте задание. Чайнворд был. Самое интересное. Все команды получили бесплатные билеты на дискотеку «Мастер». Подарки от организаторов получили команды-призеры. А в команде победительницы из медколледжа руководитель районной структуры ДОСААФ Николай Попов наградил ценными подарками каждого члена команды.
Спасибо. 105-й. Я 5-й. Ну, спасибо.